Доброго ранку, ми з України. Соскучились? Холодно. Так, що хотів сказати? Перше. Ми копаємо город, дай будемо далі копати, то всі починають подзабувати, що війна йде, і будемо копати стільки, скільки треба. Як говориться, хочеш міра, готовся к війні. Тому буде 11-та, 12-та лінія, тобто треба весь центр перекопати. Ну, нікого сюди не пустимо. Второе, по касаемо того, что... А, слышал хорошую новость, что вроде как немецкие танки, Германия поможет танками Украине. Получается как? Немецкие танки опять будут ездить по украинской земле, стрелять в русские танки, только свастика на русских танках и оккупанты россияне. Ваши россияне, к вам сейчас немного, ваши деды в гробу перевернулись, если бы слышали такое. Если бы не знали, что вы там украинских девчат насилуете, они бы вас сами застрелили, это точно. Просрали за один день всю позитивную историю свою. 70 лет гордились, деды воевали, довоевались. А внуки, внуков воспитали дебилами. Еще одну вещь хочу сказать. Проанализировал там информационный фон, который создается сейчас в России. Нельзя объявить мобилизацию, да, потому что это сейчас на данный момент это для русских не война, в основном, а шоу, то есть операция, в которой они там, на диване сидят и смотрят, наблюдают, что там накидывают. Начали качать, что русские аккуратно там взорвали бомбу в Белгороде, что там еще куда-то ракета прилетела. Не все россияне с плохой памятью. Они же помнят, когда там перед выборами Путина повзрывали гражданские дома, и потом на этой волне борьбы с терроризмом Путин стал президентом. Так вот, приграничные области, которые сейчас раскачивают, русские приграничные области к Украине, объявят чрезвычайное положение, а потом там военное положение, объявят мобилизацию. Брать людей где-то надо, всех из ЛДНР уже сюда прислали, бомжей каких-то, потому что те, у кого деньги были, откупились. Ужас на них смотреть противно. Поздравляю области приграничные с Украиной, включая Крым, я так понимаю, будут готовы к мобилизации, потому что войска кончатся, никто ехать не хочет из разумных людей в Украину, так как 20 тысяч трупов на 3 умножить, это если по-военному, там 60 тысяч человек назад вернулось. И они ж не молчат, они расскажут всем все, что здесь происходит. Желающих будет все меньше и меньше с каждым днем. Потому что мое мнение, что русский Путин собирается объявить мобилизацию в приграничных областях Украины. Всем добра!